Хорошо, мы приветствуем Татьяну, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свои биополи на период сеанса. Доверит. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Татьяны, под ногами. Сканирует все 7 тонких тел Татьяны. Находит все. Она чистая. У нее есть эмоции свои, сбившиеся. Каналы есть или нет? Нет. Хорошо, включаю Татьяне внутренний белый свет. 1, 2, 3. И на счет 3 Татьяна начинает выдавливать все негативные, патогенные энергии, эмоции, мысли. Все это плохое начинает выходить из нее, как нити. И нити начинают закручиваться в шар перед ней. 100% энергии будет набрано. Готово. Хорошо. Большой шар? Но он какой-то как треугольный больше, чем шар. Треугольный. Давай попробуем это. Не треугольный, а четырехугольный. Вера, отправляю шар в клетку-тюрьму. И я даю команду, от этого шара выстраивается канал ко всем ответственным. 1, 2, 3. Я их притягиваю в клетку-тюрьму. Все ответственные за эти энергии, находящиеся в шаре, притягиваются в клетку-тюрьму, где бы они ни находились. Это ее энергии. Четырехугольный – это одеяло, которое она видит. Что это значит, одеяло, которое она видит? Не знаю, дома будем смотреть. У нее нет подсадок. Понятно. Открывается портал в галактическое ядро. Этот шар улетает в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Считай, сколько у нее сейчас энергии и какая частота вибраций. 72. И? 18. Хорошо, сколько ей нужно до полного восстановления и корректировки? Какая частота энергии и вибраций? 320. И? 26. И на счет 3 в макушку головы Татьяны начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняют, усиливают. Все необходимые цвета начинают поступать Татьяне. Мощность потоков усиливается. Частота и вибрации поднимается до числового значения 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, будем возвращать Татьяну назад и будем смотреть квартиру. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Татьяны в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от Татьяны и перемещайся к ее входной двери. 1, 2, 3. Я здесь. Одевая на тебя специальный скафандр. 1, 2, 3. Отражает любую негативную энергию в матрице Земли. Готово. И на счет 3 по всему периметру квартиры устанавливается неназванная чужеродная, притягивается в эту клетку-тюрьму. Клетка устанавливается в комнате. На нее притянулись какие-то, как, ну, я бы сказал, телевизор разговаривает, что-то там вещает постоянно. И одеяло красное, красным цветом. И от одеяла выстраивается канал к ответственным. 1, 2, 3. И я притягиваю ответственных за это одеяло в клетку-тюрьму. Здесь такая цепочка идет. Всех по цепочке, всех, кто участвовал, под ключики притягивается. Да, будет так, а так и есть. Демон. Он считает цифры над головой. 12. Так, демон. Ты знаешь, но он куда... за квартирой. Он говорит, что мы с ней курим на балконе. Но к ней я не могу попасть, так как у нее выше вибрации. Откуда эти крысы в квартире? Он запустил. А притянулись есть... они как раз вот этой, когда, ну вот идет слово «говорильно». А, видимо, телевизор говорит, что там говорит. Мама слушает постоянно телевизор с этими придурочными новостями. Пусть говорят вот это все. Все, что я говорил, в принципе, ей уже об сплетни. Этом. Слово идет. А, еще и сплетни, она любит сплетни. Хорошо, пусть она об этом знает. Демон, скажите, а притягивает эта частота или как?
Я тебя не буду наказывать, объясни мне всю причину, откуда это одеяло взялось, откуда эти крысы взялись, и что ты вообще к ней лезешь? Крысы на сплетни зашли. Угу. Хорошо. Любят эту чистоту они. Скажи мне, она их видела, реально видела, своими глазами, как они бегали под по квартире и забежали под швейную машинку, и там пропали. Что это было? Крысы принесли одеяло. И ушли на свою чистоту, да? Ты это хочешь сказать? Или как? Да. Понятно. Так как ты сам зайти не можешь, ты был каналом, связанным с этим одеялом, как я вижу, да? Да. На каком балконе ты с ней куришь? На большом или на маленьком? У нее два балкона. На большом. На большом. Хорошо, демон. Давай теперь подумаем так. Как нам с тобой расходиться? Нам надо найти какой-то компромисс. Меня интересует только этот человек, это моя мать. Поэтому я это воспринимаю немножко на личном уровне. У тебя есть предложение? Говорит, а что я могу предложить? Ну, поставь какой-нибудь фильтр на низкий вибрационный информационный канал. А ты не видишь разве печати царя Соломона, или они тебя не остановили? А я туда и не захожу. А, поэтому. Он говорит, что на телевизор нужно поставить фильтр с золотой сеткой, чтобы он смягчали вот эти вибрации, которые от него идут, сплетни, чтобы... Хорошо, это для просто очень яркий пример, как демонические сущности отлично передаются через информацию по телевизору. Скажи, это ваша чистота вообще, вот, когда ты вот, вот эти программы, где люди смотрят... Сплетни там, наша чистота. Сплетни, именно сплетни, вот это пусть говорят, это же оно, правильно, вот эта передача? Но она любит ее, как и все пожилые люди. Хорошо, демон, давай тогда сделаем следующим образом. Ты мне расскажешь, что у тебя здесь еще осталось в квартире. Выйдешь. Ничего не осталось больше. А, одеяло ты есть. Он и не заходил. Хорошо, тогда забирай свое одеяло. И если ты видишь ее курящей, я тебе не говорю за весь дом. Меня интересует только этот человек. Обходи ее стороной. Сколько б вибраций... А я и обхожу. Хорошо. И не засылай никаких крыс больше. Я вытащу, где бы ты ни находился, тебя в следующий раз. Я первый раз разговариваю вежливо. Второй раз я достаю энергию царя Соломона и сжигаю. Я понял. Он говорит, что нужно золотую сетку высоковибрационную поставить на телевизор. Хорошо. И я даю команду на счет три перед телевизором, по всему периметру, вокруг него устанавливается не пропускающие негативы, выходящие из этого телевизора. Все, что говорится, все, что показывается, весь негатив оседает на этой сетке. Ни один микрон не проникает этой энергии в квартиру. Готово. Отлично. Хорошо. Все, демон, тогда я убираю сейчас. Отправляю, вернее, забираю свое одеяло. И буду открывать тебе портал на твою чистоту. Уходишь на свою чистоту. Готов. Подожди, дай-ка мне подумать. А могу я собрать негатив, который находится на этом этаже? Давай попробуем. И я даю команду на счет три. На этом этаже, на котором живет Татьяна, на счет три начинает собираться вся негативная патогенная энергия. Один, два, три. Все это формируется в шар. Но он говорит, что весь негатив ты не можешь притянуть. У него есть свои хозяева. Но что-то выходит. Все, что выходит, собираем все это вместе. Все, что доступно. Готово. Отправляем этот шар демону. По правилам, говорит мне. Хорошо, все, мы с тобой договорились, поэтому расходимся каждый в свою сторону. Ты готов уходить? Готов. И на счет три открывая внизу портал на чистоте демона. Один, два, три. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Один, два, три. Хорошо. Готов. Хорошо. Так, энергии у нас там запущенные. Все, есть. Больше ничего там не надо поправлять. Вера, посмотри, пожалуйста. Клетку убрать. Убираю клетку, в портал галактическое ядро открывается, оно улетает туда, закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Значит, три, переносится к входной двери. Один, два, три. И здесь. Снимая с тебя этот скафандр. Один, два, три. Открывается портал галактическое ядро. Скафандр улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Отключаюсь от квартиры и переносится в свою комнату диагностики. Один, два, три. Пошел, пойдем.
Я на месте.